Я провел вот на своих социальных ресурсах такой опрос. Выступаете ли вы за поддержание отношений двух независимых государств, Беларуси и России? Второй очень критический вопрос. Может быть, вообще вы не видите возможность каких-либо отношений с Российской Федерацией? Следующий вопрос. Видите ли вы возможность, когда мы делим часть суверенитета с Российской Федерацией? Или четвертый, также кардинальный вопрос. Мы входим в состав Российской Федерации. Вы знаете, что меня поразило? Понимая, конечно, что аудитория тех, кто подписан на мои социальные ресурсы, прежде всего ориентирована на демократическое построение государства, на государство независимое, скорее проевропейское государство. 98%, то бишь 86%, выступило за сотрудничество двух независимых государств, без какой-либо передачи функций белорусского государства Российской Федерации, а 12% вообще за то, чтобы не развивать отношения с Российской Федерацией.